Итак, привет всем, дорогие друзья. Мы с вами присутствуем на матче между командами Steel Washers и Mega Team. С вами Иван. Не могу сказать, честно говоря. Ну, это европейский турнир. Евролига, скажем так. Не могу сказать о положении команд. Насколько я понял, это полуфинал. Вот, но опять же, точнее вам не скажу, поскольку я, честно говоря, не очень слежу за этим турниром. Давайте немного о составах. Steelwashers выступают в красной форме сегодня. Это Куникс, Буре, опять эта фамилия дурацкая, Бисевкис или Бикевкис. Ну, в общем-то, по ходу матча разберемся. И на воротах Грен стоит. У синих Эндрю Дейс, Алекс, Мига и Реал Фойл. Опасный момент. Передача на пятак, и там не смог забить Алекс с убойной позиции, в общем-то. Игра происходит на сервере Мига. Вот, вторая игра, может быть, будет на каком-то другом сервере, но это уже посмотрим. Алекс. Куникс. Куникс с шайбой. Не попадает он. Не смог обработать шайбу. Выкатывается из-за ворот синий игрок. Ему, в общем-то, не удалось ничего тут сделать. Буре. Буре пытается взять на себя, в общем-то, лидер, ну, скажем так, индивидуально пытается пройти атаку, оборону команды Мига Тим, но ему это не удалось. Последний матч, который я комментировал с Буре, Буре, в принципе, себя показал очень неплохо. Кстати, это, по-моему, как раз была игра между Мига Тим и Steelwashers. Как раз эту игру я комментировал, и как же сейчас Буре не попал в ворота, повезло очень сильно синей команде. Вот тогда именно очень здорово играли и Буре, и Мига. В общем-то, они вели свои команды за собой, и игра была очень интересная. Это была самая интересная игра, скажем так, из всего того, что я смотрел в тот вечер. Вот, посмотрим, может быть, также получится убойно, забойно по матчу. С шайбой Грен. Передача, неудачная передача на Алекса. Алекс. У Алекса очень неплохой дальний бросок, в общем-то, и спасает свои ворота Грин, но, по-моему, шайба летела мимо ворот. Буре пытается проскочить мимо Алекса. Алекс неплохо играет на фланге в оборону. Шайба выкатывается из-за ворот снова Буре. Буре очень пытается много брать на себя игру. Может быть, это и перебор иногда случается, но пока, в общем-то, ошибок никаких грубых не было. Куникс не попадает по шайбе. Алекс. Алекс может дать передачу на пятак. Очень неплохо, но вратарь Грен, сразу чувствуется опыт игрока ИПХЛ, вышел из ворот и прервал эту передачу. Атака из глубины поля. Буре. Ну, можно было уже давно дать передачу. Вот сейчас он перемудрил, но с другой стороны, сразу два игрока синей команды просто глупостью там занимаются. И грубейшая ошибка обороны синей команды. Тут, конечно, больше не Буре молодец, а... Да, Алекс говорит о том, что на карту надо смотреть. В общем-то, я согласен с ним. Я не смог посмотреть, не запомнил, кто с ним вот сделал вот этот поворот. Вдвоем, когда они совершили одно и то же движение и оставили тылы, в общем-то, неприкрытыми. Ну, вы сами все видели. Буре спокойно выкатился один на один и расстрелял вратаря синей команды. Вратарь сейчас ошибается синей команды. Это Real Foil. Алекс. К сожалению, даже не могу сказать, кто капитан команд. Ну, наверное, у Мига это Мига. Логично. Такая, он вообще назвал команду в честь себя. Смелый ход, смелый. Мига Мипа. Неплохо убирает на замахе Куникса. Буре до конца прессинговал Мига, но удалось ему все-таки бросить. Алекс будет первый на подборе. Очень долго он выцеливал, и островат был угол для броска. И снова какая ошибка, на этот раз Эндрю Дейс ошибся очень грубо, выход один на один Куникса, и Куникс, да, надо было бросать, конечно, глупость сделал. Когда вратарь так далеко вышел, то вправо обычно не обводят. Удобнее обводить в левую сторону, поскольку... Ну, на самом деле, тут по ситуации, но вот мне кажется, влево как-то можно
что ли, надежнее обмануть, что ли, так, вести вратаря аккуратненько. Пропустил бы шайбу Бисевкис, но он оставил ее Куниксу. Передача на Буре. Вратарь не пошел на перехват, может быть, и зря. Буре неплохо. Ну, Буре снова не дал передачу на Куникса, хотя мог бы на самом деле. С другой стороны, время заканчивалось. На мой взгляд, все-таки тут Буре мог бы и отдать передачу. Панда выходит вместо Куникса, еще может выйти Окей или Акхей у Стилвашерс. Буре перехватил, казалось бы, уже проигранное вбрасывание. Буре с шайбой можно убрать, и его там настигает Алекс. Или это был Мига? Мига был. Знаете, так по именам-то состав Мига Тим посильнее выглядит. Тут и Мига, и Алекс. Хотя, знаете, вот Панда очень хорошее приобретение у Стилвашерс. Ну, не приобретение, вообще хороший игрок. Вот. Буре, не знаю, пока не сформировал свое мнение насчет этого игрока. И вот сейчас Буре делает дубль. Пробрался все-таки там, он до конца поборолся. И с пятака, в общем-то, расстрелял уже вратаря. Защита опять плохо сработала. Ну и Грен очень полезный игрок в воротах. Непонятно, кто сейчас стоит на воротах вообще. Акхей выйдет на третий период вместо Бисевкиса. Или Бикевкиса, ну, неважно. Буре снова перебарщивает с дриблингом. На мой взгляд, можно Панде давать. Панда очень корректный, очень умелый игрок, который умеет обращаться с шайбой. Так что, я думаю, тут Буре переигрывает сам себя частенько. Неплохой прострел вперед. Панда не смог зацепить эту шайбу. Реал Фойл выходит из ворот. Некого, некем усилить, в общем-то, игру у Мегатим. Никого в запасе. Я не могу сказать, кто у них мог бы выйти, если бы кто-то был. Ой, какой неудачный отскок. И сейчас просто, конечно, повезло. Повезло Мегатим. Шайба влетела из своей зоны вот таким отскоком. Ну, вратарю тут, конечно, было сложно что-то сделать. Сейчас будет еще обидно, если Мига еще одну шайбу забьет. Так и не происходит. Нет, происходит. 2-2. Ну, бывает. Бывает и такое бывает. Стилвашерс потеряли нить игры. Вот такая глупая шайба, в общем-то, перевернула все с ног на голову. Заброс вперед. Панда будет первой на шайбе. Бросок с неудобной руки. Вратарь переводит шайбу. Мига. Алекс. Заброс. Неудачно останавливает шайбу и просто там не дотягивается до этой шайбы Эндрю Гейс. Алекс решает, что сделать с этой шайбой. Шайба, наверное, перескочит. Нет. Мига Мипа настойчиво выцеливал по своим воротам, не попал. Мига ищет продолжение атаки. Попробует, может, сам. Отдает на Эндрю Гейза. Как же можно обороняться спиной? Это Бисевкис. Это даже уже не уровень НГХЛ. Это уровень новичка какого-то. Ой, какой прострел. И шайба попадает там в пару клюшек. И добивание следует, и не следует. Заброс вперед. Но вратарь будет первый на шайбе. Чуть-чуть послабее бы. Панда. Опрометчиво. Мига перехватывает шайбу, выходит на ударную позицию. Его никто, в принципе, не прессингует. Бисевкис опять спиной оборонялся. В общем-то, это даже не уровень Стилвашерс. Это две недели игры, в общем-то. Оборона спиной. Даже игроки, которые две недели играют, ну, более двух недель, скажем так, они такие выкрутасы не вытворяют. Бросок. Грен провожал шайбу уже взглядом, но повезло, что она не летела в створ ворот.
Грен забрасывает вперед. Панда. Бисевкис. Неплохо сыграно, но, в общем-то, перехват, конечно, он сделал, но никто впереди не зацепился за эту шайбу. 40 секунд до конца второго периода, 2-2, ввели игру Steel Washers, но потом шайба, забитая, ну, таким глупым способом, ну, вы видели, в общем-то, привела к тому, ой, сейчас Буре какую ошибку-то делает. Очень красиво получилось. Вот этот силовой прием Буре уронили. Грену надо идти тут до конца. Он, собственно говоря, это и сделал. Буре перебарщивает очень сильно с индивидуальной игрой. Надо, конечно, поаккуратнее. Вот сейчас неплохо играет Панда, но там Мига его сумел накрыть. 7 секунд. Успеет, наверное, бросить Эндрю Гейс. Бросает. Ну, это такой наброс на ворота, в общем-то, да. 2-2, потеряли нити игры игроки Steel Washers, и поэтому сравняли, сумели сравнять счет игроки Mega Team, игроки синей команды. Посмотрим, в чем же будет развязка этой игры, как она закончится. Окхей вышел на поле вместо Бисефтиса, но он действительно играл плохо. Мне кажется, Панду стоило выпускать вместо как раз вот этого Бисефтиса. Потому что Куникс, в принципе, был неплох. Вдвоем пошли на одного игрока. Буре тут не прав. Но вот сейчас Панда очень неплохо играет и блокирует попытку выброса из своей зоны и прошивает вратаря. Но тут, конечно, и Real Foil неудачно сыграл. Мог бы и среагировать. Грен будет забрасывать, наверное. Или на Буре даст. Буре неплохо там открывается. Но его там Алекс уже прессингует, и, ну, Алекс не успевает на шайбу и на пятак. Передача сразу следует, и какая неплохая эта передача. И Панда все-таки сумел заколотить эту шайбу. С трудом она вошла в ворота, там и вратарь ее зацепил. Жалко, конечно, тут передача не засчиталась Буре, потому что здесь он сыграл, в принципе, неплохо. И снова передача Буре на Панду. Выход 1-1, Real Foil спасает свои ворота. 4-2, снова комфортное преимущество, ну, относительно комфортное преимущество команды Steel Washers. Буре. Буре и пытался завести шайбу в стиле Боброва в ворота, и ошибка Ке. Здорово выходит Грен. Грен сейчас снова сработал опыт игрока ЭПХЛ. Как он вовремя вышел, а? Вы посмотрите. Промахиваются по шайбе сразу несколько игроков красной команды. Атака синий продолжается. Мига, передача в никуда. Алекс. Может что-то придумать. Ой, какой бросок прям сразу в лед от Мига. Шайба проходит мимо ворот. Не знаю, честно говоря, формат турнира будет две игры или только одна. Мига пытался в одиночку пройти всю оборону красной команды, но промахнулся. Переброс, Эндрю Гейс. И очень долго думал с шайбой и потерял ее. Буре выходит 1-1, отдаст передачу или бросит, попадает в штангу добивания. Шайба не заскочила в синие ворота. Буре мог бы, конечно, откатить назад на Панду. Возможно, скажем так, взял снова слишком много на себя. Эндрю Гейс, неудачный выброс. Эндрю Гейс будет шайбой. Передача, неудачная уже передача. Алекс может бросить бросок выше ворот. Алекс ошибается. Панда выходит 1-1. И Real Foil потерял ворота. Вы видели, наверное. Он сместился слишком влево и получил шайбу в свои ворота. 5-2. Ну, похоже, Steel Washers все-таки побеждает в этой игре. Я не думаю, что что-то помешает им это сделать. 3 шайбы, 2 минуты. Хотя все бывает. Так что расслабляться нельзя. Алекс, неудачная обработка. Хорошая передача. Панда, правда, спиной. И сложно было тут попасть по этой шайбе.
Буре. Ошибается Буре. Но, правда, будет все равно первый на шайбе. Снова неудачно. Буре. Бросок, и Буре забивает хэт-трик, делает хэт-трик. В общем-то, спокойно он прокатился. И, в общем-то, наверное, обеспечил точно уже победу своей команды. Поставил точку, а может быть сейчас еще одну забьет. Панда делает покер. Ну, сегодня просто бенефис Панды и Буре. Панда, кстати, вышел во втором периоде только. То есть у него было на период меньше, чем у всех остальных. И забил 4 шайбы. Очень неплохо работает атака красной команды. В целом атака. То есть сложно тут кого-то выделить. Вся команда играет. Ну и отвратительно работает защита синей. Алекс. Попытка броска. Грен. Грен очень надежно играет. Мне очень нравится. Если выделять сильнейшего, вот если не брать атакующих игроков, как я сказал, сложно из них кого-то выбрать лучшего, то Грен сегодня просто в паре моментов именно выручил свою команду. В ключевых, может быть, даже моментах, когда нельзя было пропускать. Бросок, и снова шайба летит мимо ворот. Мига. Не попадает по шайбе, его там заблокировал Буре. Очень активен Буре. Бросок, шайба летит мимо ворот. Буре. Алекс. Ну, это такой уже вброс отчаяния. В общем-то, 7-2. Победа в этой игре за SteelWashers. Надо понять теперь, когда будет ли вторая игра. Похоже, нет. Все вышли. Ну, в общем-то, будем ждать второй игры. Там Мегатим будет играть с кем-то. С вами был Ван. Играйте в киберхоккей.